Перед нами игровой набор, машинка с запуском. В наборе входит три детальки: сама машинка, запуск, а также трамплин для машинки. Давайте открывать и смотреть, что же находится в серединке. Сначала нужно собрать пусковой механизм. Для этого мы натягиваем резиночку, чтобы при нажатии кнопки резинка отпускалась и машинка запускалась. Теперь закрываем крышку, чтобы случайно не сбросить эту резиночку. Механизм. Сделаем, еще раз проверим, как это работает. Есть, это работает отлично. Вот так машинка выглядит в разобранном виде. Давайте ее соберем. Сначала собираем и закрываем багажник, потом правую дверь. Далее закрываем передний бампер и капот. Закрываем лобовое стекло и закрываем левую сторону. Машинка у нас собрана. Еще у нас есть выставное колесико вот здесь. Машинка может ездить.